Ну и к другим новостям. В Театре кукол прошло заседание литературного клуба «Креатив». Встречу посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Молодые писатели представили свои стихи и прозу. Это известные в Дагестане искусствоведы и поэты. Особое впечатление на судьи произвел Шамиль Мамедов, ученик 11 класса 17-й гимназии. Он прочитал стихотворение собственного сочинения. Когда прояснится суть нашей жизни на белом свете, то каждый из нас найдет путь, на котором он цель свою встретит. Когда мрак невежества сгинет, заменившись мудростью светом, то мудрый совет не погибнет и не сохранится секретом. За год с небольшим работы клуба в него вошли ученики из самых разных школ Махачкалы. Интерес проявляют и педагоги. Ребята получили массу рекомендаций от поэтов, как правильно переложить свои эмоции и чувства на бумагу. Следующую встречу предложили провести в Союзе писателей в кабинете самого Расула Гамзатова. Сейчас это музей поэта мира.